Всем привет! С вами Хейл, и добро пожаловать на долгожданный ролик под названием «Битва построек в Чикенгане». Погнали! Итак, розповідаю, що ми будемо будувати. Ну і в першому раунді ми будемо строїти танк за одну минуту. Что-то не то. Вот так уже лучше. Ну а теперь участники нашей битвы строителей. Ну и первый участник. И я Гриф Лайк. Ну а я репортер Тянска. Я думаю, никому не треба объяснять, кто я. Ну а теперь погнали. Пока мы еще не начали это видео, то подпишись, пожалуйста. И первый у нас Грифлай, конечно, Грифлай не сильно хорошо построил, но мы строили за одну минуту. Ну а теперь мы переходим до меня, подивимся, что я сделал. Ну а пока мы еще не увидели мое творение, то подпишись. Ну вот мое творение. За одну минуту, конечно, дуже важко все сделать, но зато мне получилось даже с ванной. И сейчас покажу, как это будет выглядеть. Ну а тепер їхати танк от репортера. Ну а тепер у нас другий раунд, і подивимося, хто як справиться. Погнали! Вот моя кнопка за 3 минуты, и я тут дуже сильно постарався. Ну а теперь погнали подивимся, что там в других получилось. Ну ось творение Грифлайка. Теперь переходим к репортеру. А це моє творение. Це щось не сильно похоже на кнопки Ютуба, но зато мы переходим к третьему раунду. Ну и теперь мы строили танки за 3 минуты, и первый у нас на показе, это у нас Грифлайк. Ну и в принципе тут просто будка, так что пошли до репортера. Ну вот подошло наше видео к концу. Если вы хотите продолжение, то ставьте лайки. Если по этим роликам наберется 25 лайков, то выйдет другое видео. Ну а с вами был я, Хелпотанскика. Я репортерска. Я Грифлайк. Всем спасибо, всем пока. Я люблю, когда волосатые мужики мажутся.